Ну, мне кажется, что безусловно, да, это мой любимый пример о том, что когда если вы находитесь во Львове, то вам проще доехать до Кракова, чем до Варшавы, потому что железные дороги таковы, как они были построены во времена Габсбургов, Австро-Венгерской империи. Звук, вот этот самый, так сказать, фортепианное звучание распадающихся империй, оно слышно очень долго, еще будет долго слышно. Это очевидно было в 90-е, когда шли войны на Балканах. И как-то не печально, это очевидно и сейчас, когда мы посмотрим на то, что происходит на Украине. Есть такие знаменитые строчки Мандельштама и Борпа Цезаря: с тех пор, как Бонапарт гусиное перо направил Меттерних, впервые за 100 лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта. Сейчас таинственная карта не меняется, но те страхи, те претензии, которые существуют среди народов и этнических, социальных групп, живущих в пределах уже изменившейся карты, они примерно те же самые. И это и удивительно, и печально, и опасно. В этом смысле мне кажется, что эта проблема может быть не только российского общества в данном случае, что уроки Первой мировой, они не до конца выучены. Тем более, повторюсь, та война, которая идет сегодня, прямо сейчас, когда мы разговариваем, она происходит примерно на той же территории, ну, может быть, чуть восточнее, где происходили события Первой мировой.